На долгожданной закладке капсулы строительства нового корпуса Одинцовской гимназии номер 14 собрались будущие первоклассники, их родители и учителя. Все с нетерпением ждут обновленную школу. Пристройка на 500 детей позволит решить ряд важных проблем. Современные лаборатории химии, биологии, физики. Ну и кроме всего, дополнительные помещения. Это актовый зал, новый спортивный зал и самое главное, школьная столовая с новым технологическим оборудованием, который позволит решать еще одну проблему. Проблему не только со школьным питанием, но и можно участвовать в новом проекте, который называется «Здоровое питание». Помимо нового корпуса, также построят новый школьный стадион в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион». Это станет точкой притяжения для жителей 5-го микрорайона, уверен директор 14-й гимназии. В рамках госпрограммы Московской области строительство объектов социальной инфраструктуры 50 школ уже заложили. В этом году начали строительство 20 учреждений, в том числе 4 в Одинцовском округе. Новая школа на 550 мест появится и в Немчиновке. К торжественной закладке капсулы подключился по видеосвязи губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Завершить строительство всех учреждений планируется в конце 2023 года. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».